Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сергей Запорожский – это активный политический и общественный деятель. Он прославился относительно недавно. Известность пришла со стороны телевидения, на котором заметили его активную деятельность. Информации о Сергее очень мало, так как он не раскрывает подробности своей жизни. Ни в одном интервью он не рассказывал про свою жизнь, которая была до начала телевизионной карьеры. Сергея на телевидение пригласили, так как он начал выступать против России. Все его заявления берут начало с Майдана Украины 2014 года. Впервые на телевидение он попал как сторона, поддерживающая интересы Украины. Однако в это же время Сергей имеет российское гражданство. Из-за этого он не может выступать сторонником Украины. Сам Сергей – это известный украинский политолог, который продвигает ее интересы за ее пределами. Все свои выступления он проводит исключительно в прямом эфире. Он частый гость как на российских, так и на украинских центральных каналах. В основном он размышляет о будущем России и Украины. Значительная слава пришла после одного серьезного выступления. Это первый человек, который выступил с заявлением, что на Украине нет проблем. Страна живет спокойно и наблюдается активный экономический прирост. Записи данного эфира разлетелись по всему миру и транслировались на многих каналах. Сергей часто выступает в роли провокатора. Он постоянно нагнетает обстановку в эфирах. Из его выступлений часто возникают конфликты в прямом эфире. Много раз из студии выводили людей. Однако сам Сергей ни разу не был удален. В последнее время из-за подобных ситуаций он стал реже появляться в эфирах. А нравится ли тебе Сергей Запорожский? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.